Продолжаю решать задачи по вашим заявкам. Этот видеоурок будет посвящен, соответственно, решению примера от пользователя Елена, которая зашла на мой форум. Пример достаточно интересный по своей структуре и содержанию, потому что он требует логического размышления. Ну что ж, приступим к его решению. 6 минус x в квадрате равняется 2 минус 3x. Я потом объясню, почему этот пример очень интересен. Так, ну, действуем право. Возводим все это дело в квадрат сразу. Здесь, соответственно, в квадрат, да? То есть добавляя скобочки, пишем двоечку, да, в квадрат. И вот здесь вот в квадрат возводим, да? Также я в конце отмечу, в чем здесь особенность этого примера. Получаем... Квадрат убивает корень, получаем 6 минус x в квадрате, будет равняться 2 минус 3x. Дальше пишем, что переносим, соответственно, все, что здесь в правую часть, с обратным знаком. Получаем x в квадрате минус 3x плюс 2 минус 6. Нолик мы сейчас принесем. Вот смотрите, с обратным знаком и, соответственно, x квадрат с обратным знаком, да? Вот. Дальше получаем квадратное уравнение. X в квадрате минус 3x, естественно, минус 4, равняется 0. Ну что ж, 2 минус 6, минус 4 дает. Находим дискриминант. 9... плюс 4 на 4. Этот дискриминант будет равняться 9 плюс 16, и он равняется 25. Х равняется 3 плюс-минус 5 пополам. То есть х1 будет равняться 3 плюс 5, 8, 8 на 2, 4. Х2 будет равняться 3 минус 5. На 2. 3 минус 5 минус 2. Минус 2 на 2. Минус 2 на 2. Минус 1. Можно сказать все. Но тут возникает, соответственно, вот эта специфика, связанная непосредственно с корнями. Теперь поочередно следует подставить вот каждый из этих корней вот в это уравнение. Потому что, соответственно, если мы вот сейчас поставим 4 сверху, то мы получим 6 минус 16 равняется 2 минус 12. Как вы видите, мы получаем то, что минус 10 равняется корню из минус 10. Все было бы хорошо в целом, все бы в целом это выполняется, это неравенство, но вот этот корень выходит за область определения корня в нашем случае. Потому что, как я понимаю, структура вопроса пример-то школьный, отсюда следует вывод, что в принципе вот этот корень, он удовлетворять нашему уравнению не может. Потому что, соответственно, когда мы его поставляем, мы получаем здесь отрицательное число. Здесь и здесь. Ну что ж, ну теперь также проверим, что будет, если у нас используется второй корень. Минус единица. 6 минус 1 равняется корню из 2 минус 3х. 2 минус 3х. 2 плюс 3. Корень из 5 равняется корню из 5. Здесь, соответственно, вопросов нет. Конечно, в целом, следовало бы, конечно, рассматривать еще область определения вот этих корней. Стали такие сложные неравенства. Но для решения этой задачи наиболее эффективным образом является, во-первых, составить квадратное уравнение, поскольку мы возвели правую и левую часть в квадрат. Да? А затем, чтобы посмотреть, какой из них из корней удовлетворяет этому уравнению, просто непосредственно поставляем вот в эти, вот в это уравнение, которое дано изначально.
И поэтому, исходя из того, что у нас корень из 4 уходит, а корень x равный минус 1 удовлетворяет, соответственно, вот этому уравнению, да, получаем в ответе, что x равняется минус 1. У нас получается один единственный корень. Вот и все. Спасибо за внимание.